Здравствуйте. Если вам нужно украсить торт, а у вас под рукой нету шприца кондитерского, вот как у меня случилось, что старый поломался, новый не купила, предлагаю вам вот такой вот полезный совет, лайфхак, так сказать. Молочко выпили, кулечки я никогда не выбрасываю, я их мою и, как в старые добрые времена, складываю. Потом крем я после того, как я взбиваю вот этот вот светлый крем, добавляю какао прямо в баночку, и у меня получается вот такой замечательный шоколадный крем. Вот, накладываем мы в этот кулечек его. Где-то так. Так, теперь это дело мы все собираем вот так до кучки. А здесь для верности я еще обычно использую резиночку. В принципе, это не обязательно, но оно предотвращает, иногда не уследишь, и чтобы через эту дырку наш крем не выскочил. Прорезаем небольшую дырочку. И понеслись. Где-то в таком плане. Вот, все, что мне было нужно, я написала, немножечко украсила. Так что пользуйтесь. Всего вам доброго. До свидания.